Всем добрый день. Делаем распаковку вот такого Silver Crest. У меня в Казахстане когда-то был такой, назывался H2O. Но вот решили купить. На акции был Silver Crest в магазине Lidl. Очень удобная штука. Это парогенератор. Очиститель паром. Он также моет окна. И очень-очень-очень много функций разных. Это и духовку, и все здесь. В принципе, они сделали как объединенный аппарат. Вот так он выглядит. Чем-то похож на утюг, да? Вот. К нему идет палка длинная. Ее можно убирать, можно с ней, можно без нее. Сейчас мы решили почистить вот этот палас. Нам необходимо обработать паром, потому что маленький ребенок. У кого есть маленькие дети, те знают, да, что пятна — это не просто пятна. Дети есть дети. Так, теперь нам необходимо вставить вот такую тряпочку. Она идет очень удобно. Здесь даже ее не надо. У меня было немножко по-другому. А здесь получается, просто представляем. Здесь очень удобные липучки. Я бы даже сказала, это еще удобнее. Потому что в H2O там была веревочка, и нужно было постоянно затягивать. Она бывала, что слетала. Теперь вот именно этот корпус пластиковый необходим для чистки ковров. Если же вы хотите помыть полы, то желательно эту пластмасску снять. Так было в H2O. Я не знаю, конечно, как работает этот аппарат, но я думаю, что точно так же. Мы будем чистить ковер, поэтому, конечно же, мы это все защелкиваем. Классно. Очень аккуратно и удобно. Тряпочки эти можно заказывать отдельно. Все это продается. Здесь в Германии, в принципе, можно и не заказывать. Здесь все продается в магазинах. Здесь есть очень много насадок. Вот такое количество насадок. Кстати, это действительно даже можно маленький парогенератор и не брать. Потому что здесь вот эта щетка, она идет для чистки щеток. Ой, эта щетка идет для чистки решеток в духовке. Это отличная вещь. Она шикарно просто очищает весь нагар. Без всякой химии. Это тоже щеточка, скорее всего, для духовки, для плит. Вот такая специальная вещь. Это для окон. Но это не только, кстати, для окон. Еще можно чистить кафель. Для окон вот такая штучка интересная. Это специально, видите, уже с резинкой идет. Влагу всю скатывать. Ой, вообще классный. Ну, теперь посмотрим, как он в деле. Насколько хватает мощности. И сразу говорю, не вздумайте в эти аппараты заливать обычную воду. Особенно в Казахстане. Я вот убила один аппарат и просто буквально пришлось его выбросить. Потому что в Восточном Казахстане было очень много извести в воде. И эта известь, она забила все каналы, пришлось просто выбросить его. Его даже невозможно было прочистить ни одной химией. Поэтому, конечно, если есть дистиллированная вода, то это вообще отлично. Ну, а если нет, то хотя бы с магазина покупайте, и, пожалуйста. Вот такой стаканчик. Это специальная воронка. Вот сюда заливается водичка. Вот так вот. Ну, сейчас мы все зальем и посмотрим. Здесь, как всегда, есть мерный стаканчик. Очень тоже удобно. До 350 миллилитров. Но я так думаю, это полный объем. Вот это отличная вещь. Вообще парогенератор иметь в доме должен каждый. Они не настолько дорого стоят, но очень удобные. Тут надо ходить, став всякие. Да. И вот такая вот вещь. Это для трудно
доступных мест. Очень удобно чистить. Скорее всего. Его также можно использовать и для чистки машины. Причем даже химчистку делать в машине. Это гибкий шланг. Тоже специально для чистки. Это если вы пользуетесь маленьким. Маленький аппарат используется для чистки духовых шкафов, кафеля и разных мелких вещей. Также для чистки окон. Вы присоединяете гибкий шланг. И к нему все вот эти разные интересные насадки. Отличная вещь. Вот это все, конечно, будем тестировать вместе с вами. Все это покажем, расскажем во время чистки. Ну а сейчас у нас чистка ковра. Все вставляем и начинаем убирать. Конечно, по-хорошему тестировать необходимо на какой-то поверхности, наверное. Но вот как-то так, потому что у нас как бы еще не сильно позволяют жилищные условия. Так, наливаем мы, ну, пока до 250 миллиграмм. Вставляем нашу воронку, наливаем водичку. Не совсем полно получилось, но как бы здесь я не вижу. Наверное, поднять надо, чтобы увидеть уровень. В принципе, этого будет достаточно для чистки ковра. Включаем в розетку и пробуем. Загорелась зеленая лампочка. Ставим на максимум. Запах, конечно, не очень. Сейчас попробую вот это. Вода не льется, уже большой плюс. Когда первый раз мы его включили, вода почему-то очень сильно полилась. Видимо, здесь есть такой шарик железный. Он надо, чтобы всегда закрывал поверхность. Конечно, это не как профессиональный керхер, сразу добавлю, да. Если вы хотите прям сделать профессиональную химчистку, то вы можете либо взять в аренду керхер, либо купить его. А для домашнего использования, если вы хотите устранить запах, потому что парогенератор он не просто чистит, он еще и дезинфицирует все. Вполне достаточно вот такого. Для домашнего использования это отличная вещь. Он прям пробивает. Ну все, все остальные функции покажу вам позже.